Дайте химчистку. Оно закрыто. Нет, я девушку вез в пятницу, она мне платила. Поэтому все бывает в жизни. Здесь, да, он? Пожалуйста. Спасибо. Поездка прошла успешно, кофе не разлила. Конечно, злюсь от этого, что они приходят как в ресторан, реально. Это тариф эконом сейчас был. Вот как им говорить, объяснять о том, что нельзя это?